Больше выгоды от майнинга без подключения дополнительных мощностей. Блокчейн-платформа и криптовалюта MRCoin внедряет объединенный с биткоином майнинг Merged Mining в апдейте кошелька 0.6.0, сообщил представитель MRCoin Иван Кузнецов в интервью порталу ForkLog. В новой версии исправлена некритическая уязвимость алгоритма Proof of Stake, двойное голосование, устранен баг зависания кошелька с большим числом транзакций и запущена возможность объединенного майнинга. Майнеры MRCoin и биткоин смогут зарабатывать сразу две криптовалюты, не увеличивая мощности оборудования, при полном отсутствии сбоев в платформе. Обе цифровые валюты построены на алгоритме SHA-256. Иван сообщил, что благодаря инновации прогнозируемое число пользователей криптоплатформы вырастет, а MRCoin станет еще безопаснее. Сложность блокчейна повысится более чем в 500 раз, что будет способствовать укреплению доверия к сети. Команда развития MRCoin занимается рассылкой предложения крупнейшим пулам, чтобы они переходили на объединенный майнинг. Условия выполнения перехода на Merged Mining – согласие 95% майнеров какого-либо пула. Тогда сеть перейдет на новую версию протокола.